Всем привет, ребят! Наконец-то я добрался до своего аккаунта. И что тут сегодня у нас на русском сервере? Паролил вам всем. Вот оставил себе, скажем так, себя напоследок, свой аккаунт. Выложу вам этот видосик уже с утра. Скажу, обалденно просто прет сегодня на космо. Я не знаю, там соберу я себе слизни, не соберу. Космо мне тоже не нужен. Я просто так побегаю сейчас, посмотрю на шансы. Ну, нереально круто. Сегодня ребятам повезло, кроме одного доната. Это просто жесть. Сколько героев. Ну, реально классно падает. Хотелось бы, конечно, чтобы это было еще и завтра. Точно так же, когда введут, точнее, с утра, но, к сожалению, у нас это не получается, как обычно. Вот посмотрите, что мне падает. Скажите, это нормально? Вот это нормально выбивать таких героев за пару тычек? Ну, конечно, нормально. Чем поехали, попробуем что-то интересное сделать. Капитан Рогатка. Капитан Рогатка, который нужен был на последнем аккаунте, выпал мне. Видишь, не хватило, надо все-таки 50к, как минимум. Шучу, конечно, но там просто жесть с донатным аккаунтом. Ну, хотя у меня падает получше, ну, у меня доната чуть побольше. Но реально сегодня без донаты просто в кайфе все остались. Рыцарь Лео. Я не знаю, сколько я там уже слил, сейчас посмотрим. Череп. Ой, мы космо выбили, ребят. Это то, о чем я говорю. Я сегодня вытащил дофигище космо. Просто дофигище. Давайте добьем сейчас еще там 6 этих. Я говорю, просто какая-то жесть. Так, один, есть еще 5. Хранитель. Снова пара. Имка. Дед Мороз, красный нос, борода из ваты, ты подарки нам принес, дедушка мохнатый. Выпала бабуля. Так, есть. Так вот, можете меня поздравить. Я сейчас скажу вам, сколько на коллекционера уходит. Это реальные цифры сегодня. 49, практически 50к, 49 там с копейками. Круто. Однозначно круто. Обалденно сегодня падает. Че, вот как-то так. Давайте открою. Ой, у меня тут всякой шняги накопилось. Форты. Бум. Железная воля. Ну, плохо тоже, в принципе. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Еще какие-то шняги у нас тут остались непонятные. Давайте форты откроем. Вот такое тоже относительно неплохо. Такс, давайте еще мне интересно сегодня попробовать. У меня тут вообще на героях. Герои собраны на этот, по-моему, на смотр поехали. Так, это мы сейчас его добиваем. Ух ты, ничего себе, какой он жесткий тип. Добиваем и пробуем бить следующего. Посмотрим, сколько мы набьем. Что у нас получится.
Это для меня это такой, знаете, самый топовый состав, то есть топ-10 ты попадаешь в доспех, главное, чтобы было и выживание. Здесь, конечно, не то, что на английском сервере, но тоже, в принципе, результат плюс-минус тот же. Ничего себе, смотрите, разруху почти ушатал. Я не знаю, как в следующем заходике справимся, не справимся. У меня тут нет эмблем топовых. Я не заморачивался над ними пока что. Так, есть. Добавили. Продать. Купим подороже. Может, Махатму поставить? В следующий раз попробовать. Как вариант, может, она получше будет. Этот, наверное, нас сейчас будет сносить. Ой, да, посмотрите, как он дамажит. Все, минус Рину сразу же. Шатает не по-детски моих героев. Да, жесткий тип. Как-то быстро мы с этим справились. Так, давайте купим попытку. Попробуем сейчас. Я чисто ради интереса беру этого, поставлю Махатму такую вот. Интересно посмотреть. Стартуем с Огника. Ой, говорю, с Огника, с Некроса. Без вариантов, просто минусует, убивает. Хотя на... Подождите, но я вроде не снимал же ничего. Может, я не поубирал, точнее поубирал. Но вроде нет. Ну, вот видите, сливаются герои. Надо, в общем, прокачки получше. Надо делать 20-е прорывы, как минимум. Как на английском сервере. Тогда будет какое-то счастье. Такс. Вот тут у нас. Я вот, кстати, давно-давно не могу получить карту. Как ни странно, но с картами реально на архе что-то напряг полный. Вообще не падает. Такс. Рекс, Фекс, Пекс. Ну, завтра будет Анубис уже на Сарделе. Это будет уже получше. Плюс надо. Надо некоторые изменения будет сделать. На аккаунте попробовать немножко другой вариант атаки. Но до этого мы дойдем. Так, эти карты мы пока открывать тоже трогать не будем. Что у нас по архидемону не открыт. В общем, вот так вот, ребят. Ждем. Ждем, что у нас будет по обнове, что у нас будет интересного завтра на русском сервере. Я надеюсь, всем дадут опять же, как на китайке Анубиса. И будет вот такой вот роллинг. Хотелось бы, конечно, чтобы он сегодня был, и можно было бы какую-то имбу вытащить народу. Но я и так повытаскивал все, что мог. Поэтому, еще раз говорю, кидайте заявочки, ссылочки в описании. Конкурсы тоже активные, я тоже стараюсь вам сделать, постараюсь сделать угадайку. Посмотрим, когда уже будет обнова и что мы сможем делать в гильдии. Что это за скины новые, какой будет новый герой, может, нового героя не будет. В общем, очень много интересного, думаю, будет. Будем смотреть, куда мы будем двигаться дальше или назад. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.